На сегодняшний день в Мурманске функционируют 12 центров игровой поддержки детей во всех районах города, включая Росляково. Они созданы для интеллектуального, речевого и эстетического развития малышей, которым в детский садик еще рано. Работу одного из таких центров сегодня проверили депутаты городского совета вместе со съемочной группой «Арктик ТВ». Центры игровой поддержки рассчитаны на самых маленьких детей в возрасте от года до 2 лет. Здесь малыши вместе с родителями в игровой форме познают мир и готовятся к детскому саду. В игровой центр мы берем деток, которые не посещают дошкольное образовательное учреждение, с той целью, чтобы их всесторонне развить, помочь родителям организовать игровую деятельность детей, ну и, конечно, потом в дальнейшем успешно адаптироваться к детскому саду. В детском саду номер 78 игровой центр поддержки детей работает уже 3-й год. 2 раза в неделю эти малыши приходят на занятия, где их учат петь, танцевать, рисовать и общаться со сверстниками. Нам чудесно нравится, просто восхитительно. Очень профессиональные, приветливые педагоги. Каждое занятие каждому ребенку относится очень внимательно, очень душевно. И дети очень рады и развиваются в разных направлениях. Очень полезно. Развитие мелкой моторики, развитие крупной моторики движений, ну и развитие мышления, конечно же. Все занятия в городских центрах проводятся бесплатно, поэтому желающих попасть в них немало. Сегодня депутаты городского совета, наблюдая за игрой детей, подчеркнули, такой опыт необходимо развивать. Такие центры надо в дальнейшем развивать. И развивать желательно, конечно, на бесплатной основе и в других детских садах. В этом детском саду это передовой опыт. И его надо и на другие районы нам тоже адаптировать. Все занятия в игровых центрах проводят высококвалифицированные специалисты. Родители также могут обратиться за помощью к психологам и логопедам. На сегодняшний день в Мурманске работают 12 таких центров в каждом районе, включая Росляково.